Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Легендарный артист, режиссер, человек, народный артист России умер после падения в оркестровую яму. 27 июня на 77-м году жизни скончался худрук и режиссер Саратовского театра юного зрителя. За несколько дней до этого он упал со сцены. В российском Саратове умер художественный руководитель местного театра юного зрителя, народный артист России Юрий Ошеров, который несколько дней назад получил травму при падении в оркестровую яму. 17 июня 2019 года Юрий Ошеров был госпитализирован в больницу. Худрук театра юного зрителя во время репетиции упал в оркестровую яму. У него были диагностированы переломы ребер и сильный ушиб головы. Состояние оценивалось как тяжелое. По факту произошедшего началась служебная проверка. Юрием Ошеровым были поставлены такие спектакли, как «Холодное сердце», «Маленький принц», «Конек-горбунок», «Недоросль» и многие другие. Искренние соболезнования близким, родным и коллегам легендарного артиста. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.